Спонсор данного видеоролика – геймтестер. Тестируй игры и зарабатывай при этом неплохие деньги. Ссылка в описании. Времени у нас осталось совсем мало. Сейчас уже почти доходит до 9, без 15 минут 9. Так что стоит поторопиться. Да? Вон там охранники сидят, короче. Ну не охранники, а рабочие. А нам надо вон туда пролезть.
И нам теперь вообще неохота уходить, понимаете? Стоп. У меня только что Bluetooth-колонка мигнула. Вот в этом вот, видишь, около зарядки? Угу. Когда там мигает Bluetooth-колонка, значит, я поймал его, колонку. Я могу кое-что плохое с ней сделать. Давай. Допустим, включить другую музыку. Давай включу. Поугарать хочешь? Посмотрим. На телефон достань, тетя. А ты, сука. Он тут не один. Не трогай. Ты долбоёб. Хуй распиливает все. Да. Мы не пройдем, чувак. В смысле обратно? Давай, говори еще. Thank you.
Короче, ребята, время уже 2 часа ночи. Вот. Все рабочие до сих пор работают, блядь. Такое ощущение, что вообще никто из них не уходит. Не, они как бы меняются, и их становится все больше и больше. Кстати, зацените, какой мы тут шалаш замутили. И тут мы будем, так сказать, отсыпаться до 7 часов утра, а потом пойдем домой. Ну, магазин открывается в 7:30. Вот, немного подождем, пока народ зайдет, и выйдем. Вот, думаю, на этом будет все. Ну, или, может быть, там что-то в голову взбрендит, и мы сейчас захотим убежать просто. Как-то прорваться. Но это навряд ли. Потому что мы пробовали, не получилось. Сука, было вечно. Я так заебался.
падает. Чувак. Что я бы сделал это? Пиздец, чел. 24 часа. 8 так, часов утра, да, ребят. Сиди, мы сиди, сделали давай, это. Потише, я не держи, это типа не курящий. Короче. Ну какая видеозапись есть? Сейчас я вызову Сашу, но он все будет. Давайте, вызывайте. Почему я должен идти с вами? Как почему? Почему? А почему не должны? А почему я должен сейчас идти? Сейчас я Сашу вызову, он все. Ну объяснит. Так вызывайте, это вам надо, не мне. Вызывайте, что вы? 3-0-1. Так. Заодно портфель достань, чтобы показывать. Не, я ничего показывать не собираюсь. Хрена ли я должен показывать? Саша, подожди, пожалуйста, на первый год. Я не буду показывать. Там лежат мои личные вещи, не буду показывать. А? И чё? Вы идите, мне-то чё? Мне чё? Я не пойму. А? Чё мне? А с хрена ли? Я снимаю правонарушение, доебались до меня просто, так? Нормально? Нормально все? Мне долго свое время тратить на вас? Ждем сотрудника полиции. Ну так где он? Где, где старший? Сейчас с ним разбираться будем. Вы мне видеозапись предоставьте, по какой вы меня задержали. Сейчас вам все предоставить и объясню. Конечно, не думаю, как просто, но это не факт. Видеозапись будет? Предоставите мне ее? Сейчас служба безопасности все вам предоставит. Все ну так предоставьте, предоставьте, давайте, давайте. Предоставьте мне, пожалуйста, предоставьте. Старший будет? У меня так-то время не бесконечное. Время, деньги. В смысле, сами? Вы меня задержали, вы? На каких основаниях? Оснований нет, значит, я могу уходить. Видеозаписи нету, дайте мне видеозаписи. Тут лежат мои личные вещи, показывайте, я их не собираюсь. Не слышно. Вы меня задержали, со мной разговариваете. Могу вас попросить? Я не буду никуда проходить, меня задержали, ну вот. Он, я не знаю, что он ко мне докопался, задержал меня просто так, лежат мои личные вещи. Может, я не хочу ему их показывать. Я понимаю. Пускай я понимаю, предоставит я... видеозапись, которая... Подождите. Он ко мне подошел, у меня есть... Я этого не успел записать, но я включил. Подходит ко мне, говорит, есть видеозапись, по которой вас задерживают. Типа, он сказал, есть видеозапись. Это конкретно было слышно. Даже на видеозаписи. Неправильно вам... Ну, неправильно, пускай отвечает за свои слова. Сказал, есть видеозапись. То есть он меня выставил как вора. То есть, как бы, ну пускай они предоставят видеозапись. Я не буду, я отсюда не сдвинусь, пока мне не предоставят видеозапись. Сейчас еще милиция, что я... Да посрать, что мы ничего не брали. Короче, подходит охранник. Говорит, видеозапись есть, где вы там что-то там спиздили. Вот, но он не так выразился, сказал, есть видеозапись. Типа... Пройдите, покажите портфель. А с какого хрена я должен показывать свой портфель? А на каких основаниях ты должен показывать? Ну, типа, видеозапись есть какая-то, а ее нету. Вот пускай говоря, предоставят. Если у них есть предъявление, пускай вызывает полицию, вставляет протокол о задержке. Если они это не предоставляют, тогда с ним тупо снимай их. И... Вы просто тоже не имеете права задерживать, по идее. Они могут сумками приходить туда и обратно. То, что вы говорите, вы должны сейчас вызвать полицию и составить протокол о задержании, о подозревании. Вот, вот. Если вы что-то не имеете на них никаких доказательств, отпускаете и все. Я понимаю вас прекрасно, я понимаю. Но в данный момент я просто вас попросил пройти через раму. Ну, без проблем. Я-то могу пройти, но пускай этот человек мне предоставит видеозапись. Он, который неправильно отрактовал ну, эту ситуацию. Работа такая, значит, типа, сказал? Если он тебе должен предоставить видеозапись, они по идее, по закону, не имеют права видеозапись предоставлять тебе. Просто просим по-человечески пройти через рамочку. Если в этом плане, так, человек, смотрите, извините. Он, то есть, потратил мое личное время, нанес мне дискомфорт, выставил меня полным дураком, то есть, в магазин, где полным народу. То есть, если я сейчас пройду через рамку, покажу свой портфель, там ничего не будет, вы его увольняете. Ну, или мне нужно написать на него жалобу, как минимум. Молодой человек, вы где-нибудь работаете? А? Где я? Работаете? Вот моя работа.
Я понял. Значит, это, как говорится, как я понял, в Ютубе это ваши дело рук, да? Когда вы, я видел там в Ютубе, когда вы провоцировали охрану, а потом выложили... Нет, нет, это не я. Это я, не Хика, вы, да? Я Хика, я Хика. Я первый раз за 3 месяца вышел на улицу. Все понятно. Ну, в данный момент я вас попросил... Ну, попросил пройти через так, рамочку. Не вы меня задержали, вот задержал он. Давайте с ним разговаривать. Нет, вопросов нет. А вы куда ушли? Извините, пожалуйста. Вы мне видеозапись-то, что? Почему меня задержали? Время-то мое идет. Все идет. Время-то есть мое? Все идет. Все.